Итак, ну уж раз я сегодня снимаю видео о всяких посылках, покупках, то решила снять о том, что я вчера купила в бодишопе. И вот тут в баночке из для души и душа. Это я все купила в Беги Белая Дача. Я 100 лет не ездила ни в какие торговые центры. Как бы, ну, за такими вот, да, за бодишопом, допустим, или с кем-то. За сетевые магазины такие. В гостуалитуале у меня рядом есть торговый центр, где продается. А за этим давно не ездила. Понадобилась мочалка. Всегда покупаю мочалки в бодишопе. Они самые хорошие. Вот маленькие у них не очень хорошие. Мне не очень нравятся. Они такие жестковатые. Каждый раз покупаю новый цвет. Вот если вам интересно. Буду говорить с ценами, потому что цены не очень большие. Можно не сказать. 110 рублей стоит мочалка. Но очень хорошего качества. Такая голубенькая. Следующее, что я купила, это вот такие диски. Сейчас одну минуту я вам покажу. У меня просто есть начатая коробка. Это я еще не открывала. Это уже, видите, это уже вторая баночка. Вот. Это я уже пользовалась. Ой-ой. Это очищающие диски для лица, чайное дерево. Ну, как бы я умываюсь, протираю, потом умываю. У меня кожа немножко проблемная бывает временами. И поэтому, когда вот нужно что-то такое от прыщиков, от еще чего-нибудь, я пользуюсь этой серией, она обалденная. Вот такие диски тут лежат. Они пропитаны, все, масло чайного дерева даже. Потом вы как бы ощущаете его на коже. Небольшое там количество масла, но оно быстро впитывается. Вот. Такая баночка стоит 260 рублей. Здесь 40 штучек. Ну, при использовании не каждый день, там, может быть, в неделю там, по 2 диска у вас уйдет. Так что, очень хорошая вещь. Еще купила себе... опять я переворачиваю. Извините, пожалуйста. Сейчас забываю ее. Еще купила вот такой крем. Это тоже у меня просто... Есть вот какие-то проблемы опять-таки возникают. И я мазала кремом, знаете, как купила. 100 рецептов красоты, там с рисовой пудрой. Еще с чем-то. Шуршит моя собачка. Ну, пихает шуршать. Извините. Решила купить. В общем, тот заканчивается. Ну, дайте неплохой, нехороший. Сколько он стоит? 60 рублей, 70. Тоже, наверное, 60-70 рублей, он хорош. Я купила этот крем-гель ночной для проблемной кожи. Опять чайное дерево. Так вот он выглядит. Ой. Такой вот он с дозатором. Все как надо. Стоит 280 рублей. Вчера вечером помазала его. Он как такой легкий действительно гель, который сразу же впитывается. Но, знаете, не всем может понравиться этот запах чайного дерева. Потому что он такой ядреный. Немножко. Купила также вот такой вот крем для рук. Я надеюсь, что я просто буду держать, потому что в прошлое я так шипела. Будем надеяться, что это не шипит. Ладно. Крем для рук. Праздничный апельсин. Знаете, 30 мл, но, конечно, цена для 30 мл, она меня поразила. Мне так захотелось попробовать. 190 рублей. Это просто, это что-то с чем-то. Ну, вкусно очень пахнет, быстро впитывается. Все здорово, но цена, конечно, что-то они загнули. Следующее, это такие два геля для душа. Один для меня. Это гель для душа пряная ваниль. Цена, на которую мне тоже кажется, что ну, можно было дешевле. Если говорить уж о постоянной серии, это, которую они выпустили, я как бы сделала такую старую серию, что было раньше у них, где есть гель для душа с яблоком, с ежевикой, с малиной, где вообще по 180 рублей. Ну, не знаю, чего здесь такого, что можно было поставить по 350. Обычно банка 250 мл. Ну, то, что лимитированное, конечно, да. И второй, это, значит, пряная ваниль, а это бодрящая клюква. Это для моей мамы. Я зимой пользуюсь такими сладкими запахами. Его еще налит как-то мало. Ладно, все хорошо. И последнее, что
У меня есть карточка. Ой. Есть карточка бодишопа. И вот это была уже четвертая покупка. И там, когда четвертая покупка, у тебя и восьмая, ты можешь выбрать с помощью этой карточки, во-первых, еще скидка. То есть она себя окупает, и очень-очень даже здорово. И, значит, когда четвертая покупка, ты можешь что-нибудь купить до... То есть бесплатно можешь до 275 рублей. А можешь там и за 1000, и за 2. Ну, просто ты доплачиваешь эту разницу, и все. И вот мне нужен как раз тоник. Я решила купить что-то нужное. Это увлажняющий тоник с витамином Е. Очень приятно пахнет для всех типов кожи. Как бы у меня обязательно есть всегда лосьон от Клиник. Так он такой спиртовой, уж не знаю, что там, но тоже есть какие-то проблемы с кожей. А если нет, то я пользуюсь такими обычными как бы водичками. И вот этот на смену моему тоже бодишоповскому. У меня огуречный есть лосьон. Вот этот стоил 310 рублей, то есть я доплатила 35 рублей за него. Так он был в подарок. Последняя покупка — это свечка. Ну, не косметическая, но куплена в... Извините. Куплена в косметическом магазине. Вот у меня уже такая была. Зажигалочка. Но люблю я как бы вечером, а уже скорее ночью, зажигать такие свечки. Просто запах приятный. Смотрите, у меня уже закончилось. Там я осталась чуть-чуть вообще. Чем удобно и чем приятно, что она стоит 50 рублей, в отличие от многих, которые стоят по 500, по 600, есть по 1000 свечки с приятным запахом, действительно, не химическими. Она стоит всего-навсего 50 рублей. Вот свеча ароматическая, вождена банки шоколад. И что мне нравится, что она вот в такой баночке. Вы пожгли эту свечку, ничего никуда не расползлось, не растеклось, не упало. Закрыли, все, привет. Все хорошо. Действительно очень вкусный запах. Вот это у меня шоколадный, это я купила с жасмином. Она такая средненькая. Вот. Есть и клубничный, и с кофе. Какая-то ванильная, мне кажется. Ну, вообще разный. Стоит 49 рублей. Очень здорово, очень приятно. Вот, вот такие покупки. Извините за бардак. Так, пришла эта посылка. Так что вот так. Всем пока. Всем приятного просмотра. Всем всех с наступающим Рождеством. Пока.